160 нелегальных иммигрантов из Сирии и Египта высадились во вторник на Сицилии. Они добрались до Италии на ржавом рыболовном судне, которое чудом держалось на воде. Морская полиция заметила его издали и эскортировала в порт. В последнее время число иммигрантов, пытающихся переправиться в Европу на непригодных к плаванию судах и надувных лодках, неуклонно растет.